Всем привет! Сегодня я опять буду плавить алюминий. И, короче, хочу провести один эксперимент с выливанием алюминия именно в заготовку, в холодную замороженную заготовку. Потому что 50% где-то комментариев на алюминиевый, вот именно, где я рассказываю, показываю. Для того, чтобы избавиться от раковин, вы говорите, что нужно прогревать форму. Пробовал, не получалось. Даже попробовал плавить алюминий прямо в форме. И он сам по себе остывал. И все равно есть раковины. Я, возможно, как-нибудь его выложу. У меня видео отснято, надо только смонтировать. Так вот, я решил пойти от обратного. Попробовать сегодня залить алюминий в форму, которая находится, ну, короче, в снеге с водой. Сначала думал просто в снег, но думаю, при заливке алюминия образуется сразу стенка воздушная, скорее всего. И толку не будет от этого эксперимента. А вот снег с водой, вот так хочу попробовать сегодня. Ну, правда, была проблема утопить ее банку эту. Это банка от ВДшки. Потому что она всплывает. Как бы я ее не прижимал снегом, она всплывает. Грустно не сложить, не вариант, потому что потом точить нужно, проверять будет, что как получилось. Привязал на вязальную проволоку. Нормально держится, все, не всплывает. Ну все, не буду я затягивать тогда. Разжигаю лампу. Тут у меня вот сколько алюминия есть в тигеле. Сплавлю, хватит. Начинаем. Расплавилось все. И теперь буду пробовать выливать. Тут сейчас мне главная задача не промахнуться, чтобы расплавленный алюминий не попал в воду, что возможно полетят брызги. Ну, не забыл о технике безопасности, одел очки, одел или надел, не знаю как правильно, учился давно. Короче, выливаю, пробую. Что у нас получится? Так, в камеру-то видно, все нормально. Нормально. Можно даже прибавить. Вот так мы сделаем сейчас и будем смотреть, что тут будет. Что тут получится. Такое экстремальное охлаждение. Решил я в этот раз устроить алюминия. Можно даже помешать, наверное. Чтобы без... Ух ты! Интересно получилось. Ну, посмотрим. Воронка образовалась. И хорошая воронка. Алюминий сел прям хорошо. Видно вам, да, воронку? Ну-ка, давайте я прибавлю. Смотрите, что получилось. Что ты? Так. Ну, зато почти весь снег растаял. Thank you.
Так, ну все. Дальше будем вынимать и смотреть, что там вышло. Ну что, попробуем развернем, что тут вышло. Видели, что тут вышло? Это же сам не ожидал. Раковинки есть, а только мелкие-мелкие. И вдобавок, скорее всего, он получился у меня еще и закаленный алюминий. Этот дюралюминий, если полностью называть вещи своими именами, это дюралюминий. Сплав всякого лома. Ну, намного глаже, чем в форме прогретой, когда выливаешь. Я сейчас попробую его поточить, что тут получилось, и вам покажу. Итак, заготовку вы видели, которая получилась сегодня с выливанием, короче, с принудительным охлаждением. А теперь предыдущие мои эксперименты. Вот это я выливал, даже не выливал, просто плавил сразу в форме, то есть мимо тигеля. Фильтр, ну, здесь отверстие закупоривал болтом, вон оно у меня осталось, гайкой с шайбой. То есть, и прямо алюминий расплавил в этой форме и оставил остывать в печке. Она остывала несколько часов, пока за нее можно было, ну, стало возможно браться руками. Я ж думал, вот это будет лучше всего вариант. Получилось, что, вот даже видите, я уже снял сколько, и все равно раковины есть. То есть, расплавленный алюминий, не трогаешь, шлак снял, все. И все равно остаются раковины. Я не знаю, как там, откуда берется этот воздух. Так, это верх. Ну, верх, ладно, верх тут можно списать и шлак, и все, потому что полностью не выберешь. Верх я не спорю. Низ какой, смотрите, получился. Видите? Какие раковины по краям были. То есть я это уже сточил, но раковины есть. Короче, получаю, вот тут я уже понял, что прогрев формы, да ничего не решает. Что в обычную форму при уличной температуре выливаешь, что в прогретую, ну, то есть эта форма была раскаленная. И без толку. А вот это я уже потом, не от отчаяния, я просто начал думать, чтоб мне еще такое, как бы изгольнуться, извратиться. И я дошел в своих извращениях до того, что вылил в деревянную форму. То есть выточил на станке форму. И вылил. Ну тут раковин много, потому что вроде деревяшка была сухая, только вылил алюминий, он сразу закипел. И сразу понял, что уже все, ничего не получится. Ну, кое-что получилось, но кака такая, что я даже вот этот эксперимент, наверное, показывать вообще не буду. Мне за него стыдно. А как выливал, не выливал, а как плавил прям заготовки, этот еще можно показать. Хотя все равно, после того, как я увидел эту заготовку, настроение упало там у меня. Ну, покажу, я все равно покажу, как протачивал. Так, ну все, а теперь попробуем проточить вот эту. С принудительным охлаждением. С выливанием, можно сказать, в снег. Посмотрим, что здесь сейчас покажет она. И я вот рассчитываю, еще не точил, видите, вообще ничего. Я рассчитываю на то, что все-таки он алюминий закалился, и возможно он без всякой добавки меди тут, то есть обычный лом алюминиевый, дюралевый, возможно не будет налипать на резец. То есть резец я поставил опять старый, которым точил алюминь, и посмотрю, что будет. Так, ну вот, все, теперь я сейчас буду точить, вдруг будет пропадать фокус, ну извините меня, потому что я не могу и точить, и смотреть, и тем более монитор у меня, дисплей не показывает, что фокус пропал почему-то. А когда я уже просматриваю потом на компьютере, на телевизоре, оказывается, фокус убегает. Все, начинаем. Thank you.
Ну, сразу надо посмотреть раковины сверху. Ну, быстро снялись. Видели, я прошел пару миллиметров, наверное, может 3 миллиметра. И уже где вот толсто снимаю, уже нет раковин. Уже плюс. Поехали дальше. Да нормально здесь все. Сейчас поглажу, еще пройду. Помните, я в прошлом видео удивлялся, когда в прошлом или позапрошлом, когда плавил дюраль с медью, что какое-то пятно появляется вот здесь вот, темное. Оно и в дюрале появляется. Это просто когда после охлаждения водой алюминия, после выплавки, на морозе точишь. Вот я в тот раз на морозе точил, и в этот раз я вот заметил, что точу на морозе, и вот пятно появляется. Влага. Это просто влага выкидывается. Она потом испаряется, и то есть на той болванке у меня также это пятно пропало, где с медью плавил. Так, ну все, наверное, торец видно вам, да? Нормально, чистенько вот. Я уж не буду полностью воронку протачивать. Нету здесь раковин. Вот она одна только. Малюсенькая. Так, раковин нет. Значит, идем теперь по этой плоскости. Так. Вот так. Поехали. Вот эти мелкие затереть, но сейчас я их затру, потому что еще полностью не прошел, не вывел. Так, тут есть раковинки, здесь нет по этой стороне. От чего зависит, непонятно. Поехали теперь в другую сторону.
низ чистый полностью. Сейчас по боку проточим, посмотрим, что выйдет. Пожалуйста, смотрите на дне с одного прохода, что я там взял, миллиметр, наверное. Нету раковин, чисто. Отсюда вывод какой? Непонятный. Но при таком резком охлаждении на дне сразу чистый алюминий образуется. Без пузырей. Это значит, если брать подлиннее форму, то есть, например, нам нужна форма, скажем так, 15 сантиметров, деталь, а ее взять 20, эту форму, например, или 25, то есть с расчетом на то, чтобы потом верхушку срезать. Верхушку срезаем, опять переплавляем ее заново, но зато на дне у нас будет форма именно такого размера и чистая. Вот какой отсюда выход. Или... Мне понравилось, смотрите. Не знаю, возможно, опять вы токаря будете ругаться. Потому что я-то самоучка-недоучка. Но я люблю экспериментировать. И мне сегодняшний эксперимент понравился намного больше предыдущих. Я даже не буду больше точить дальше, потому что все, она уже ровная, она чистенькая, хорошая. Это заготовка, болванка. Так, а ну-ка, я сейчас вам... Вот так я... А хотя, стоп, я сейчас сниму. Вот, а теперь смотрите, какая разница. Здесь я снимал вон сколько. Все-таки два пузыря еще я не убрал. А здесь я прошелся один раз при вас. Второй раз пошел уже вообще чисто. То есть тут еще там меньше миллиметра. Снимал дальше вот это вот здесь. Итог. Если будет возможность, если будет когда снег, потому что у нас в Ростове такой погоды бывает редко, все-таки я, наверное, буду выливать вот таким способом заготовки. И к тому же еще раз повторю, что она калится. И на резец не налипает. Резец чистый остается. Не тянется. Ну вот такое, короче, сегодня видео. Не знаю, может кому-то помог, может кого-то развлек. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, обязательно комментируйте. Может я что-то упустил, может быть еще что-то мне добавить и получится с таким способом плавления как раз таки лучше всего. Все, всем удачи, всех, можно сказать, с наступающим, скоро ж Новый год. Пока.